Сэкономили 5 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор области после совещания с полномочным представителем президента. В Саратове в рамках рабочей поездки побывал Михаил Бабич. В правительстве региона прошло совещание в закрытом режиме. Участниками стали главы районов области и представители региональной власти. Прежде всего обсуждали бюджеты и накопленные за несколько лет долги. Валерий Радаев поблагодарил Михаила Бабича за поддержку федерального центра. Часть долгов на 2018 год будут реструктуризированы. Сейчас можно констатировать, что бюджет 2018 года полностью сбалансирован по доходам и расходам. Федеральный бюджет оказал необходимую помощь и выделил средства как на реструктуризацию государственного долга и в рамках тех указаний, которые дал президент Российской Федерации Владимир Путин, 25 миллиардов – это средства, которые будут реструктуризированы из государственного долга. Самое главное – сказать об эффективности. Вот то решение, которое принято было нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, что нам позволит? Нам позволит не возвращать 5 миллиардов в 2018 году, а эти деньги пустить в расход на те значимые, социально значимые направления. Прежде всего, это повышение заработной платы, это медицинское обеспечение и многие другие социальные проблемы.